Россиян не оказалось в числе призеров домашнего этапа Кубка планеты на Олимпийской трассе в Сочи. Наши спортсмены выступили неудачно. В соревнованиях женщин хозяева в числе фаворитов. И главным из них была лидер Кубка планеты, двукратная чемпионка мира в этой дисциплине Екатерина Тудигешева. Но показать высокий результат никому из представительниц сборной России не удалось. Алена Кулешова 13-я, ее тезка Заварзина 11-я. Тудигешева в итоговом протоколе только 10-я. Эмоции после финиша Екатерина едва сдерживала. Очень расстроена, даже до слез, я не знаю, я хочу плакать. Ужасно расстроилась, конечно. В России так позорно проиграть, я не люблю. Не люблю так проигрывать. Призыв Федерации спортивной борьбы.